Тема моей сегодняшней проповеди – как, когда и кому говорить «нет». Знаете, вот есть такое слово у детей, которое они часто говорят, но никак не хотят понимать. Ну, тяжело понимают. Вот они сами говорят, но сами же это слово они не понимают. Ну, не хотят понимать. Тяжело им это дается. Это слово называется как? Ваши версии. Что это за слово в лексиконе детей, которое они говорят часто, но сами его понимать не хотят? Слово «нет». Слово «нет». Аллилуйя. Скажите, а Бог говорит слово «нет»? Очень часто. Очень часто. Поэтому нам надо познакомиться вообще с его словом «нет». Аминь. Нам нужно понимать. Мы живем в такое время, когда размыты границы, когда размыты понятия, принципы, когда, знаете, вот такое все размытое. Все, все, везде оно все размывается. В христианстве, к сожалению, размывается так вот. Где можно, где нельзя, что можно, что нельзя. Размытые понятия, размытые. Все, все размывается. Как посмотришь, просто все, все. Такая размытость какая-то. Нет ясности, нет четкости, нет определенности, нет ясного понимания. А Библия нам говорит, да будет слово ваше. То есть все должно быть четко, ясно, конкретно и понятно. Вы знаете, Бог начал говорить слово «нет» еще в саду Едемском, когда посадил дерево познания добра и зла и сказал человеку, что? Бог начал воспитывать человека с Едемского сада, чтобы человек понимал слово «нет». Он посадил там дерево и сказал «нет, не вкушай, не вкушай». И знаете, наш такой вот религиозный ум, он сразу, так мог бы и не посадить. Зачем надо было? Сам посадил и сам сказал «нет». Мы же сразу, знаете, вот там сразу такие вот мысли, идеи какие-то витают. Сам же посадил и сам сказал «нет». Зачем посадил? Не сажал бы и не было проблем у нас. Сам же все сделал. Бог делает для того, чтобы научить нас быть счастливыми. Аллилуйя. Быть счастливым. Скажи, Бог делает все, чтобы я был счастливый. Только не на моих условиях, а на своих. Только не так, как я думаю, а так, как Он считает. Потому что все его намерения, они благо для нас. Аминь. Наши намерения, они все во вред. Нет, так я же хорошего хочу. Я же добра хочу. Только потом оно выливается почему-то в проблемы. И вот началось все там с Едемского сада. И Бог говорит, не вкушай, не вкушай, не вкушай. Чтобы человек мог делать правильный выбор и свою свободную волю употребить на благо Бога и себя. Аминь. Ну, мы знаем, чем это все закончилось. Знаем, что все-таки пришел змей, да, и там, где звучало слово «нет», змей сказал «да, можешь». И знаете, не всегда это в грубой форме. Змей умеет так завуалировать и сказать, ну, это как бы и нет, ну, это как бы и нет, но оно так как бы и да. Вот, ну, как боги будете. Вот будете как боги. Вот, ну, просто это, ну, ничего такого. Бог просто вот, ну, вот сделал. Ну, вы будете как боги, разуметь будете, умнее станете. Вот вообще, ну, поднимитесь выше, переступи эту границу, которую Бог поставил, и ты станешь
Ого! Знаете, по сегодняшний день все те же фразы, все то же самое, все по-прежнему звучит. Переступи границу, установленную Богом, и у тебя будет что-то хорошо. И у тебя появится что-то, ну, жить тебе станет лучше. Ты избавишься от своего одиночества. Переступи границу. Молодые люди, вам часто звучат такие предложения. Переступи границу, и ты не будешь чувствовать себя одинокой, одиноким тополем на плющихе. Переступи границу, ничего такого тут. Просто переступи границу, и тебе уже будет лучше. Ты же мучаешься, ты страдаешь. Просто переступи границу. И человек переступает. И все. И Адам и Ева, они переступили эту границу. Они отвергли Божье «нет» и сказали на это свое «да». На самом деле это не их «да» было. Это было «да» дьявола. И привело это к изгнанию из рая, привело это к страшному проклятию, за которое мы все до сих пор расплачиваемся. Знаете, все поступки, они имеют отдаленные последствия. Всякий раз, когда мы перешагиваем границы, установленные Богом, они имеют последствия не только сегодня, не только в моей жизни, они имеют отдаленное последствие. Аминь. Царь Давид, когда-то переступил границу, он увидел женщину, красивую, голую. Ой-ой-ой. И он переступил границу. Он переступил границу раз, он ее взял, переступил границу два, он убил ее мужа, и отдаленные последствия, бунт сыновей, и так далее, его догоняли всю жизнь. Это не безобидные вещи. Отвергать Божье «нет». Это приводит к последствиям поколения. Поэтому, когда мы живем, мы должны думать не только о себе, мы должны думать о будущем. Аминь. О будущем своих детей, внуков, правнуков и так далее до пришествия. Что мы делаем, если это только в угоду своей плоти, своему «я», если только того, чтобы мне так хочется сейчас решить? Нет, нет. Поэтому Бог установил определенные пределы. Библия говорит о том, что Он поставил пределы морям. То есть море имеет свои пределы. Слово Божье так говорит. Есть пределы всему, да? Есть определенные границы, которые Богом установлены. В природе есть границы. Есть установлены границы. Есть мужчина, есть женщина. А кто-то говорит, а сейчас есть... Да не только оно уже, 6 каких-то полов там, или 8, или сколько их? Сколько их там, молодежь, кто знает? Сколько? Не знаете, не? Кто знает, сколько полов там насчитывает сейчас? 45? Ты что, серьезно? А как же? Ты родился мальчиком, но ты еще не знаешь до конца, кто ты. Может, ты девочка. И чуть-чуть там на платьечко одели, безобидные вещи, на мальчика одели девичье платьечко, ой, такой симпатичный, кучерявенький, не постригли, та-та-та-та-та. Ой, так мило все, хорошо. А потом удивляется, а чего оно? Откуда оно все взялось? Есть границы, понимаете? Определенные границы, которые установлены Богом. И дьявол сегодня пытается все размыть. Мужчина не мужчина, женщина не женщина, вообще воно не воно. Все размыто.
границы Божьи, и дьявол по-прежнему, он пытается разрушить эти границы. А Бог говорит, нет. Посмотрите на 10 заповедей. Большинство из них, они состоят из слова «нет». Нет кумирам, нет имуществу чужому, нет, 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 нет. Не пожелай, не пожелай, не, не это самое, и так далее. Они, что это? Запреты просто Бог поставил. Бог поставил определенные границы. Аминь. Бог поставил определенные границы, и человек, который соблюдает их, он благословение. Аминь. В чем же смысл? Не просто вот я борюсь, и вот я хожу под законом, пастор, я вообще не под законом, я под благодатью. Знаете, сегодня популярная такая тема в христианстве – благодать. Это еще одна уловка дьявола – размыть границы. Я не призываю к законничеству. Поймите правильно. Я не призываю просто вот от сих до сих, а до я. Нет. Но когда благодать служит поводом к угождению плоти, это разрушение границ, установленных Богом. Люди называют это благодать. Это не благодать. Потому что Божья благодать, она по-другому. Все по-другому. Они просто используют и говорят, все, благодать, как хочу, вот так вот. И я в свободе хожу. И вообще, как хочу, так одеваюсь. Как хочу, так и веду себя. Что хочу, то и делаю. Хочу вот так вот, хочу это. Послушайте, если Бог говорит нет, нет, нет и нет, то как мы можем говорить да? Как мы можем извращать Слово Божие? Извращать в свою пользу? Оказывается, можем. Оказывается, преуспеваем весьма. Многие уже сотни лет преуспевают под себя подстроить. Послушайте, я думаю о том, что христианство сильно тогда, когда оно стоит на Божьих принципах и на фундаменте. Основание престола Божьего – правда и суд. Аминь. Что такое правда и суд? Это то, что Бог называет. Это правда, это белое, а вот это черное – это ложь. Аминь. Основание Его престола – правда и суд. Основание Его престола – 10 заповедей. Основание есть то, что незыблемое, непоколебимое, неизменяемое. Мы можем, знаете, строить здания круглые, квадратные, кубические. Но у каждого будет фундамент. Аминь. И чем выше здание, тем глубже и мощнее должен быть фундамент. Мы не просто зашли в этот зал, и тут стоят стены, тут есть потолок, и все. Есть невидимая часть, на которой все это стоит, эта сцена, эти стулья, все, на котором мы сидим сюда, зашли, и тут есть невидимое фундамент, основание, на котором все держится. И если разрушены основания, что может сделать человек, если рушатся основания? И сегодня дьявол, он всячески пытается разрушать основания. И если основание разрушить, все остальное, оно само собой будет рушиться. Вот в человеке нравственные основания разрушь. Разрушь в человеке просто, вот дьявол пришел, и просто одной мыслью, он просто сделал человека убийцей, восстал Каина Авеля и убил его. Одной мыслью, которая была посеяна в сердца родителей Адама и Евы, вы станете как боги. Один раз они переступили, один тот фрукт какой-то съели. Божью заповедь нарушили, и их сын становится убийцей своего брата. И пошло, и поехало. Вражда, войны,
Разногласия, болезни, эпидемии. Все пошло, пошло, все рушится, 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 рушится. Слава Господу за Иисуса Христа. Сын человеческий пришел для того, чтобы разрушить дела дьявола. Аллилуйя! Сын человеческий пришел для того, чтобы восстановить Божью справедливость и закон Божий. Только утвердить его не на каменных скрижалях, а на скрижалях наших сердец. Аминь! Чтобы в наших сердцах было написано перстом Божьим: Господу твоему одному поклоняйся и ему одному служи, да не будет у тебя иных богов. И так далее, и так далее. Вот здесь это все должно быть. Аминь. Ветхий Завет не мог этого написать. Но Иисус, Духом Святым, принеся себя в жертву, навсегда сделано, не просто Иисус спас меня, аллилуйя, я спасенный, мое имя записано в книге жизни, и ты тут живешь на земле, полугрешник, полуправедник, и ждешь момента, когда же наконец ты достигнешь небес, а Бог говорит, ты здесь на земле должен жить в измерении небес, аминь, ты здесь на земле можешь черное называть черным, белое белым, и говорить дьяволу нет. У меня нет сил, пастор, помолитесь за меня. У меня сил нет. Не расписывайся в том, что ты не веришь Иисусу Христу. Потому что если человек верит Иисусу Христу, у него есть сила. Аминь. У него есть сила сказать дьяволу нет. Если человек знает свое призвание. Почему мы так много говорим о своем призвании, предназначении, о своей судьбе? Почему мы о том говорим, что это так важно, что знать, кто ты, откуда ты и куда ты. Знать это важно. Иосиф. Однажды он получил от Бога. Он получил видение. Он получил мечту. Он получил цель. И он с этим жил. Его никто не понимал. Отец понимал. Братья не понимали. Братья его бросили в ров. Сначала хотели, чтобы он там умер. Потом увидели, что можно на нем заработать. Вытащили, продали его в рабство. Заработали денег немножко. Иосиф попадает в дом Потифара. И в доме Потифара, знаете, почему Иосиф стал Иосифом? Путь к твоему предназначению, он будет сложным, он будет трудным, он будет тяжелым, и он будет состоять из твоих решений. Аминь. А решения эти будут и такими, и такими. И так можно, и так можно. И вот он попадает, знаете, ой, после всех этих унижений от братьев, после всех этих, Господи, и тут жена хозяина, такая красивая женщина, Иосиф, ты такой красавчик. Иосиф, ты просто, тебя никто не поддерживает. Да, я так понимаю тебя. Да, братья тебя предали, да. Ой, гады ж такие, ой, да. Вот как они могли с таким хорошим парнем поступить? Как они могли? Ой, ты такой. Даже не сразу она, давай меня. Нет, там подъезд был. Там было, знаете, так стелилось очень мягко, но спать очень жестко. Когда мягко стелют, жестко спать. И она стелила. В конце концов уже в открытую атаку пошла. Иосиф сказал свое твердое «нет». Нет, нет и нет. Он не пошел на компромисс. Он сказал «нет». Поэтому Иосиф стал Иосифом. Поэтому Иосиф
Он стал тем, кто кормил весь, кто стал своего рода спасителем, прообразом. Это было его искушение. Это было его испытание. Притчи, 1 глава, 10 стих говорит: «Сын мой, если будут склонять тебя грешники, не соглашайся, скажи нет». Если будут склонять тебя грешники, если будут тебя склонять, что тебе нужно сказать? Нет. Не, ну хорошие же ребята, это же друзья мои. Как-то неудобно им сказать нет. А вдруг они обидятся. Знаете, мы иногда в заложниках, накрученных вот там в голове, заложники, знаете, такое, человеческих мнений. А если эти грешники хорошие же люди, ну они же хорошие ребята, ну ничего такого, я с ними там, ну, чуть-чуть, и все. Не соглашайся, скажи нет. Попрание маленьких каких-то принципов приведет затем к попранию больших. И вот Иисус выходит на служение, знаете, путь к призванию, путь к судьбе от Бога. И я верю, что у каждого из нас есть потрясающая судьба от Бога. У каждого из нас есть особенное предназначение для каждого человека. Братья и сестры, это правда. Мы не винтики какие-то. Мы люди Божьего предназначения, Божьей судьбы. Аминь. И поэтому мы должны смотреть на Иисуса, смотреть на Господа и учиться. Аминь. Он же сказал: придите ко мне, труждающиеся и обремененные, не знающие, когда говорить да и нет, и научитесь от меня. Аминь. И научитесь. Нам хочется, чтобы Иисус за нас что-то решил. А Он говорит: я научу вас, как нужно решать. То есть научитесь, понимаете? Ведь в христианстве бытует вот такая паразитическая формула: прийти к Иисусу, и Иисус реши мои проблемы. А Иисус говорит: нет, я научу тебя решать проблемы. Не слышу вашего аминь. Видать, сильно это нерелигиозно. Он говорит: придите ко мне, и я что? И научитесь от меня. Чему научитесь? Научитесь от меня решать свои проблемы. Труждающиеся, обремененные, куда должны идти? К Иисусу. Для чего? Чтобы научиться, чтобы Он научил их решать проблемы. Аллилуйя! Как решать? А вот смотрите на меня. Я кроткий, смирен сердцем. Вот так. А ты, когда у тебя там проблемы, какой ты? Кроткий? Нет, не кроткий. Когда у тебя там бремена, ты спокоен? Нет, не спокоен. Ну вот учись у меня. А как учиться? Исполняйся Духом Святым. Молись. Пребывай в Слове. Вот так. Это неинтересно. Пойду в другую церковь. Может, мне там по-другому расскажут. Может, мне расскажут, что приди к Иисусу, Иисус снимет с тебя все бремя, там это самое. А Библия говорит: каждый понесет свое бремя. Пастор, там же написано: носите бремена друг друга. Это такое интересно прочитал. Там бремя и бремя, да, это особенности русского перевода. Только там, где бремена друг друга, написано слово, это тяжесть, которую один человек не способен поднять, а там, где каждый свое бремя, это такой рюкзачок небольшой, который ты можешь нести. Угу. То есть не носить бремена друг друга, помогать человеку, которому тяжело, и он сам с этим не может справиться, и он тебя просит, и ты ему помогаешь. Не за него ты это делаешь, а вместе с Ним. Так вот, Иисус хочет, чтобы мы вместе с Ним решали наши проблемы. Аминь.
Научитесь от него. Придите. Хорошо, идем к Иисусу. Матфея 4 глава. Идем к Иисусу в пустыню. Мы же пришли научиться. Аминь. Когда Дух повел Иисуса в пустыню, дабы подвергнуть Его искушению дьяволом, Иисус постился 40 дней и ночей и был очень голоден. Тогда к Нему пришел Искуситель и сказал: «Ты Сын Божий, то прикажи, чтобы камни превратились в караваи хлеба». Но Иисус сказал в ответ: «Написано, не хлебом единым жив человек, а всяким словом, исходящим из уст Божьих». Что Иисус сказал? Он сказал дьяволу: «Нет». Хотел ли он кушать? Был ли он голодным? Да. Мог ли он решить эту проблему? Да. Но что он сказал? Нет. Нет. Почему он сказал нет? Потому что на кону стоит судьба, предназначение, будущее. Аминь. Не просто сегодня. Вот как часто мы в угоду каким-то сиюминутным вот таким вот, сегодня я голодный, ладно, съем кусочек сала в посте. Нет, конечно. Бог скажет: ну ладно, если ты слабый, то не страшно. Но есть более сложные вещи, есть более сложные вопросы. Когда мы становимся перед выбором, ты можешь это сделать, и тебе нужно сказать «нет». И он не просто сказал «нет». Написано: «Не хлебом единым жив человек, а всяким словом, исходящим из уст Божьих». Тогда дьявол взял его с собой в Святой Иерусалим, поставил на самую высокую башню храма и сказал: «Если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо сказано в Писании, он велит, и велит он ангелам своим охранять тебя, снесут они тебя на руках, чтобы ноги твои не коснулись камня». Иисус отвечал ему: «Но в Писании сказано также: не искушай Господа Бога твоего». После этого дьявол перенес его на высокую гору, показал ему все царства мира во всем их великолепии и сказал ему: «Я дам тебе все это, если падешь предо мною ниц и станешь мне поклоняться». Он ответил ему: «Отойди от меня, сатана, сказано в Писании: поклоняйся Господу Богу твоему и служи ему одному». Из этого можно сделать один вывод, что силу для того, чтобы сказать дьяволу «нет», Иисус черпал в Писании. Он отвечал ему Писанием. Если мы не имеем в себе Слова Божьего, если мы не наполнены хлебом, у нас нечего противопоставить предложениям дьявола. Когда дьявол предлагает, он предлагает, говорит: «Ты голодный, съешь, сделай камни хлебами. Хорошо, давай полетаем, ведь написано». Знаете, подмена понятий. Подмена понятий. Не просто, знаете, мы должны знать, как отличить правильное от неправильного. Мы должны знать, как отличить правильное от почти правильного. В этом тонкость. Потому что не всегда дьявол приходит, как черт с рогами. Он приходит, как ангел света.
И духовный человек – это тот человек, который способен отличить правильное от почти правильного, потому что дьявол кроется в деталях. Его предложения, они такие, ну, смотри, же написано, что ангелы понесут тебя. Тут же он цитирует. Иисус знал, куда он идет. Он знал, кто он. Он знал свою миссию. Братья и сестры, мы должны знать, кто мы. Кто мы? Мы должны быть утверждены и укоренены в Слове Божьем. Поэтому он говорил, отойди. Нет. Это было твердое нет. Это не было такое, ой, ну, нет. И надо, знаете, такое нет, когда? На границе. Вроде нет, 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 а потом, ай, да ладно, да-да, давай попробуем. Нет. Иисус умел говорить нет дьяволу во время искушения. Он умел говорить. Говорил ли Иисус нет людям? Да, он говорил нет. Помните, Гадаринский, одержимый, которого Иисус освободил, он говорит, я хочу быть, да, с тобой, я хочу быть там. А Иисус говорит, нет, оставайся там. Так можно было обидеть человека, он же так хотел, благое дело хотел. Иисус часто говорил нет. И причем он нет говорил даже своим близким апостолам. Однажды Петр, такой, знаете, под водительством Духа Святого, получает откровение. Ты сын Бога живого, за кого почитают меня люди, Иисус спросил. Петр получает откровение, Иисус его хвалит, аллилуйя, слава Богу. И тут же Иисус начинает открывать, что ему надо идти в Иерусалим, быть, в общем, жестоко убитым, третий день. В общем, вообще его убьют, и он третий день воскреснет. И Петр что говорит? Да не будет этого с тобою. Скажите, Петр об Иисусе переживал? Он за Иисуса страдал? Он за себя переживал. Почему Иисус ему так ответил? Нет! Отойди от меня, сатана! Потому что когда мы с Иисусом, все хорошо, аллилуйя, Иисуса тебя убьют, а что с нами будет? Да не будет этого с тобою. Своя рубашка, она всегда ближе к телу. Мы так сильно не переживаем. Мы за себя переживаем. Поэтому он так и сказал ему, отойди от меня, сатана. И Петр услышал от Иисуса «нет». Слава Богу за то, что Петр губы не надул, не обиделся, не ушел к фарисеям в церковь или к книжникам, а остался в церкви Иисуса Христа. Даже услышав «нет». Даже услышав «нет» свой адрес. Однажды Иисус был на служении, и Он там проповедовал, и Он там служил. Евангелие Марка, 3 главу, давайте откроем. Марка, 3 глава. Нашли? И вот на служение пришли родственники. 30 стих. Иисус сказал это, потому что люди говорили, у него селился нечистый дух. Затем пришли его мать и братья,
но остались снаружи, послали к нему, чтобы позвать его. Много людей сидело вокруг его. Они сказали ему: смотри, твоя мать и братья стоят снаружи и спрашивают тебя. Он ответил им: кто моя мать, мои братья? И, глядя на тех, кто сидел вокруг него, сказал: вот моя мать и мои братья. Ибо тот, кто исполняет волю Божию, тот мне брат и сестра и мать. Представляете, мама приходит. Приходит мама. А маме рассказали, что ее сын сошел с ума. Современный перевод говорит. Что ее сын сошел с ума. И мама с братьями пришла. Ну, знаете, это не очень хорошая репутация иметь такого сына. Они приходят, и чтобы забрать его, отвезти на Игрень. Уже идея пришла. Куда-то отправить его. От греха подальше, со служения забрать нужно его. И сами не заходят, посылают: скажите. Мама пришла с братами. Знаете, Иисус понимал, кто стоит за этим. Мы в какие-то моменты можем быть орудием в руках дьявола. У него служение. Бесы выходят. Там что-то происходит все. И в это время Иисус: пошли домой. Нет. И он сказал: вот кто сидит и слушает. Кто на служении. Вот моя мать. Вот мои братья. Кто слушает и исполняет. Ты хочешь быть в семье Божьей? Вот слушай. И исполняй. Слушай и исполняй. Иисус знаете, он умел сказать где-то да, а где-то нет. Аминь. Когда ты в призвании, когда ты в служении, когда ты идешь к своему предназначению, ты должен быть чутким в Духе Божьем, чтобы понимать, откуда приходят эти идеи. Иисус знал свою миссию. Он знал свое предназначение. Он знал, куда Он идет. Откуда. Знаете, без нашего твердого «нет» дьяволу никогда не будет нашего твердого «да» Богу. Противостаньте дьяволу. Противостаньте. Скажите «нет». И тогда вы сможете сказать Богу «да». Христианство не может быть, знаете, таким аморфным, таким размытым. Христианство не может быть как кисель, как пластилин. Христианство должно быть твердым. Почему первые христиане, они были мучениками за веру? Почему они с радостью, с улыбкой, они шли на смерть? Почему? Потому что их «да» было «да», а «нет» было «нет». Они не шли на компромисс. Им предлагали: пожалуйста, ты можешь избежать, вот просто отрекись, просто вот, ну, вот сделай вот так вот, и все, ты жизнь сохранишь, и все будет у тебя хорошо. И, ну, зачем тебе надо какой-то мистический Иисус, ну, где, какого-то нет его, и все, кто его видел, зачем тебе свою судьбу гробить, зачем тебе свою молодость? И они говорили: нет, нет, Господу своему одному я буду поклоняться и Ему одному служить. Они говорили твердое «нет». Знаете, это то, что
Говорят, что большинство проблем у людей, они начинаются с детства. Вот я смотрю на мелких, да, на детей, там, на своих внуков, на других, и смотрю, что это сегодня такая большая проблема. Они не научены понимать слово «нет». Не научены. И сегодня в головах у родителей, ну, просто какие-то бредни. Понимаете, тут все, они, вседозволенность. Он хочет это, пусть он личность. Какая это личность? Личность – это тот, кто понимает «да», «да», «нет», «нет». Это личность, которая воспитана в учении и наставлении Господнем. Аминь. В почтении, уважении к Богу – это тот человек, которого воспитали вот так. А если его не воспитали, он просто невоспитанный, не скажу грубое слово. Не говорите, что он гиперактивный. Он невоспитанный. Так вот, при этом они сами качают права. Убери посуду, нет. Убери игрушки, нет. Что-то сделай, нет. То сделай, нет. Они качают права. А когда их начинаешь нагибать, они не понимают. И говоришь «нет», начинаются истерики, начинается дрыганиями ножками, начинается вой и плач, начинается все, что угодно. И родители, услышав все это, лишь бы «абы дитя не плакало». Да ладно уже. Это неправильно. Это неправильно. Дети должны понимать, что такое «нет». Если родители... На самом деле это не просто вопрос ребенка. Это статус и авторитет родителей. Потому что потом ребенок вырастает, он родителей ни во что не ставит. Он их не уважает. Поэтому если вы сегодня еще вот в таком этапе, готовьтесь, что когда дитё вырастет, вы будете плакать и говорить: «За что мне? Я же кормил его, я же его лечила, я же ему и то, и это, и все. Откуда же такое неуважение и непочтение?» Вот оттуда. Что посеяли, то и пожинаем. Посеяли границы, посеяли пределы. Бог, извините, пределы поставил. А ты что, умнее Бога? Ты что? Но я понимаю, это все опять идет оттуда. От дерева познания добра и зла. Будете как боги. Вы будете определять, что для вашего ребенка добро и зло. Вы определяете. Нет, Бог определяет, Его Слово определяет. Наставь юношу в начале пути его, и он не свернет с него, когда и состарится. Аминь. Наказывай его розгою. И не, что там, не возмущайся криком его. Я против того, чтобы просто срывать зло на детях и лупить их без... Ни в коем случае свое зло не срывай на них. Но они должны понимать, что если они поступили неправильно, они должны получить наказание. Это прививает им культуру. Аллилуйя! Это прививает им культуру. Чарльз Спержен сказал: «Учитесь говорить «нет». Это принесет вам больше пользы в жизни, чем умение читать на латыни». Учитесь говорить «нет». Это принесет вам больше пользы, чем умение читать на латыни, писать компьютерные программы, что-то еще. Это принесет вам гораздо больше пользы, чем
29-е высшее образование, все должно быть на своем месте. Но если при этом он не научен говорить «нет», не научен ребенок понимать «нет», друзья, и мы должны научиться говорить «нет». Аминь. Не такой же просит. Знаете, есть манипуляция, когда тобой манипулируют. И так иногда мягко стелют. И так вот рассказывают. Учитесь говорить «нет». Молодые люди, не смотрите в свой паспорт, смотрите на Бога. Умейте вовремя сказать «нет». Если это не от Бога, если это идет вразрез с Божьими принципами, со Словом Божьим, мы должны говорить «нет». Нет, я не буду идти на поводу. Я не буду делать то, что противоречит моей совести, противоречит Слову Божьему. Нет. Нет, так а вдруг же там обидится человек и все такое. Я не говорю, что всем подряд нужно говорить «нет». Просто вот пастор говорил такую проповедь хорошую и сказал, что теперь все, нет. Всем нет. Вот молодой человек, да, он мне нравится, конечно. Вот, да, он подошел ко мне. Но пастор сказал, скажи ему «нет». А может, он хороший? Все в свое время. И правильно нужно говорить. Аминь. Отложите прежний образ жизни. Мы должны научиться говорить «нет» манипуляциям других людей. Мы должны научиться говорить «нет» своей плоти. Своей плоти. Самому себе научиться говорить «нет». Колоссянам 3 глава 8 стих. А теперь вы отложите все, то есть скажите «нет». Гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Аллилуйя! Что значит отложить? Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его. Друзья, у меня под моим костюмом, под моей рубашкой чистой нету рабочей спецовки. Нет старого лохмотья. Нет, я одел чистое и новое. И ты то же самое. Аминь. Мы же не одели то, что носили 10 лет назад. То, что уже выбросили. Выбросили. Когда ты покаялся, когда ты к Богу пришел, когда ты с Господом встретился. Это все должно быть выброшенным. Ветхий человек, истлевающий в обольстительных похотях. Ветхий человек, совлекшись его, нужно сбросить, нужно сказать «нет» гневу, раздражению, ярости, злобе, злоречию, сквернословию. Нужно сказать «нет». Аминь. Просто сказать «нет». И смотришь иногда, христианин, ну, кажется, еще чуть-чуть, и он, у него уже такие маты пойдут из... Вот общаюсь, они там что-то рассказывают, там такая ситуация, я... Так и чувствую, сейчас попрут монгольские наречия. Последнему селемоль. Друзья, этого не должно быть нас даже внутри. Аминь. Это не должно быть, чтобы оно не выходило. Мы хотим быть новыми людьми. Аминь. Новый человек по образу и подобию Божьему. Новый человек. Аллилуйя. Облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его. Аллилуйя.
в нового человека, который обновляется. Это не произойдет за одно служение. Это не произойдет от того, что кто-то на тебя руки положит или выльет на тебя вино или елей, короче, что-нибудь выльет на тебя, воду там из бутылки блеснет на тебя. Это не произойдет от этого. Это каждый день происходит мало-помалу. Царство Божье, оно приходит неприметным образом, но да, оно должно приходить. Аминь. А если мы живем непонятно в каком царстве, граждане какого царства, кто мы вообще, кто я? Иисус знал, кто он. Он говорит, нет, князь мира, но во мне он не имеет ничего. Он от меня ни мата не услышит, он от меня ни злого слова не услышит, он во мне не имеет ничего. Я уже в новой одежде по образу и подобию Божьему. Аминь. Совлекшись, не говорить. Это не просто вот проси Бога, Господи, научи меня говорить нет моему злоречию, нет моему гневу. Научи меня говорить нет самому себе, чтобы из меня не выходило ничего. Аминь. Пусть все там умрет, все, засохнет. Только чисто, все это чисто, любезно, да заславно, добродетели, похвала. О том помышляйте. Вот о чем помышляешь, вот то будет и выходить. И когда выходит вот такое что-то негативное, это говорит о том, что мысли такие у тебя, мысли. Если об этом думаешь, значит, это приходило. Оно осталось. С чем-то нужно расстаться. Аминь. Последнее место Писания, Ефесянам 4 глава. Ефесянам 4 глава. Это уже наставление и руководство к действию. Ефесянам 4 глава. Ефесянам 4. Кто-то говорит Ефесянам, не знаю, как привык к Ефесянам. Ну, там читаем с 12 стиха. Перед этим речь идет о том, что Бог поставил апостолов, евангелистов, пастырей, учителей и так далее. Вот. Чтобы приготовить святой Божий народ к делу служения, к делу созидания тела Христова. 13. Пока мы все не достигнем, наконец, единства в вере, познании Сына Бога, и встречи с совершенным человеком, с Христом, образцом совершенной зрелости. Мы больше не должны быть малыми детьми, которых любое учение уносит за собой словно волна или порыв ветра, делая добычей ловких проходимцев, искушенных в науке обмана. Научитесь говорить «нет» тем, которые пытаются вами манипулировать. Смотришь на то, что происходит в стране, в политике, и видишь, насколько это реально. Это искусство манипулирования. И люди очень часто, знаете, они идут, не рассуждая, не размышляя, и просто вот там, все побежали, я побежал. У нас скоро выборы, еще одни. Угу. Скоро еще одни выборы. Поэтому надо молиться за свою страну, молиться за тех людей, которые будут идти на выборы, будут за кого-то отдавать свой голос, сами будут голосовать, для того, чтобы мы не попали ни под чью манипуляцию. Чтобы мы могли сказать «нет», и пусть наше «нет» будет твердым. А кому-то скажем «да». Аминь. Мы больше не должны быть малыми детьми, которых любое учение уносит за собой, словно волна или порыв ветра,
делая добычей ловких проходимцев, искушенных в науке обмана. И наоборот, если будем говорить правду с любовью, то будем расти, во всем приближаясь к Нему. Если будем говорить правду с любовью, то будем расти, во всем приближаясь к Нему. У нас есть цель. Мы знаем, кто мы знаем, откуда мы, и мы знаем, куда мы идем. Аминь. Приближаясь к Нему. Он же Христос есть глава. Благодаря Ему сохраняет единство все тело, части которого связаны тесными узами. Каждый орган исполняет свое предназначение, все тело растет, созидается любовью. Итак, вот что я говорю. Вот на чем от имени Господа настаиваю. Больше не ведите себя так, как язычники с их суетным умом. Апостол Павел весьма конкретно и убедительно говорит: настаиваю, больше не ведите себя так, как язычники с их суетным умом. Их рассудок помрачен, они отчуждены от жизни Бога своим упорным нежеланием познать Его, ведь они совсем отупели. Хороший перевод, не правда ли? Став бесчувственными, они отдали себя во власть разнузданных страстей, не зная меры ни в какой мерзости. А вы не так познали Христа. Аллилуйя! Если, конечно, вы услышали о Нем, если вы были наставлены им, ведь истина в Иисусе. Вас научили, что нужно отказаться от того, что было свойственно вашему прежнему образу жизни, что нужно совлечь с себя ветхого человека, которого губят обманчивые страсти. Обновите свой ум и дух и облекитесь в нового человека, созданного по образу Бога в истинной праведности и святости. Аллилуйя! Мне нравится. Это вот, знаете, так как-то вот конкретно, ясно и понятно, не религиозно. Научитесь говорить «нет». Вас научили, что нужно отказаться от того, что было свойственно вашему прежнему образу жизни. Нужно отказаться, друзья. Вот чему учит нас Иисус. Придите к Нему и научитесь от Него. Отказаться. От всех предложений лукавого отказаться, говорить «нет». Научить своих детей понимать «нет». Наставь юношу в начале пути. Научите их. Пусть ваше «да, да» будет «да». «Нет, нет» будет «нет». И все. Дети должны знать твердость. Мы должны быть твердыми. Аминь. На самом деле, знаете, хочется прийти к Богу и предстать перед Ним и сказать: Бог, сражался, воевал, не все получилось, но стремился, но хотел, учился, старался. Знаете, вот есть люди, которые учатся, и у них что-то получается. Есть, которые просто они посещают, посетители школы. И раньше вот ему давали справку, да, посещал 10 лет занятия школы. А кому-то давали аттестат, в котором стояли оценки. Я думаю, что Бог хочет видеть наши аттестаты с оценками, которые Он поставит, а не просто, что мы посещали собрания церкви. Мы не посетители воскресных служений. Мы приходим к Иисусу, и мы хотим научиться от Него. Мы хотим научиться говорить «нет» тому, что выбивает почву из-под ног, что лишает нас мира, покоя,
Мы хотим научиться от Тебя, Иисус, противостать дьяволу твердой верою. Откуда возьмется твердая вера, если мы не учимся у Него? Как я могу манифестировать эту веру, если я искушением и предложением дьявола, человеческим манипуляциям, желанием своей плоти никогда не говорю «нет»? Твердая вера, она формируется вот в таких обстоятельствах. Аллилуйя! Боже, я прошу Тебя, благослови свой народ. Благослови Твою церковь, Боже, благослови нас. Благослови нас пониманием. Пусть это опустится глубоко в каждое сердце. Отец, во имя Иисуса Христа, мы хотим быть новым человеком, созданным по образу Божьему, в истинной праведности и святости. Аллилуйя! Господь, я прошу, Духом Святым, коснись каждого сердца, покажи нам, Боже, все наши компромиссы. Покажи нам, Господь, где мы шли на сделки с дьяволом, с собственной плотью, с этим миром. Покажи нам, Господь, где мы были компромиссными. Прости нас, мы каемся, Боже. Прости, Господь, за то, что не смогли сказать вовремя «да». Прости за то, что не смогли сказать вовремя «нет». Прости, Господь. Боже, помоги нам принимать правильные решения. Помоги нам, Господь, быть послушным воле Твоей. И когда Ты стучишь в наши сердца, чтобы мы открыли дверь, и Ты мог войти и обитель сотворить, чтобы Ты мог войти, чтобы Тебе мы всегда говорили «да», а дьяволу мы всегда говорили «нет». Когда он пытается вторгаться в нашу жизнь со своими льстивыми предложениями, Боже, дай нам быть на страже. На страже наших сердец. Аллилуйя. Боже, я молю Тебя, Господь, благослови семьи, у которых есть дети. Благослови их, Господь. Дай мудрости родителям правильно воспитывать своих детей, чтобы они были наставлены и научены в законе Божьем, чтобы они понимали, что родительское «нет» — это благо для них. Благослови, Господь, родителей мудростью и твердостью стоять на страже грядущих поколений, чтобы наши компромиссы, они не аукнулись в следующих поколениях. Боже, защити нас от этого. Господь, помоги. Помоги, Господь, нашей стране, Боже, благослови Украину, благослови, Господь, в свете всех грядущих выборов. Мы не хотим быть под манипуляцией политиков, которые выставляют свои цифры, рассказывая о каких-то предпочтениях. Господи, пусть мы будем здравы и рассудительны, чтобы от Тебя получать правильное решение. И пусть сердце наше будет открыто для того, чтобы мы могли с мудростью Твоею, с рассудительностью
исполнить свой гражданский долг. Благослови, Боже, нашу страну. Пусть эти потрясения, пусть все эти конфликты, они закончатся. Пусть закончится самый главный конфликт человека с Тобою. Пусть люди примиряются. Господь, дай нам быть носителями Евангелия. Принести простое Евангелие. Ты умер за нас и воскрес третий день ради нашего спасения. Господи, благослови нас нести свет и соль для этой земли. Поклоняемся Тебе, великий Бог наш. Пусть вся слава, вся хвала, вся честь будет воздана Тебе, Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь. Слава Господу! Аллилуйя! Не печальте Святого Духа Божьего, печатью которого вы отмечены для дня вашей полной свободы.